думаю, что для Барселоны эта игра точно не будет проходной, хотя именно Барса является фаворитом. Стартовые сборные, все готово к началу матча. Барселона-Бавария без набранных очков. Барса снова в атаке, снова следует передача внутрь. Ян Веселый набирает еще два очка для своей команды. Ну вот сейчас мы видим, но на кольцо не смотрит, нужно расставаться. 5 секунд остается в этой атаке. Лапровитова, какая скидка внутрь, и Веселый 6 очков набирает на старте. Шестой номер у него и на майке. Мадридский Реал. Так, Барселоны. Лапровитова снова с мячом. Что будет делать в этот раз? Какая скидка на периметр. И Сатаранский просто не имел права промахнуться после такой передачи. 9 очков. Пятерки, наверное, каждый игрок обладает броском с дистанции. Но выбирают в этом владении средний. И Бака в окружении двух игроков забирает подбор и набирает очки второго шанса. Да, 3 очка в баскетболе можно набрать и таким способом. Снова Бальмару с мячом. Проваливается вниз Гиллеспи, но мяч не получает. Леандро в этом владении делает все сам. Возможно, сейчас Валер Бэп снова будет присматриваться к броску. Нет, с мячом расстается. Бальмаро играет изоляцию и на ведении мяч теряет. Быстрый ответ Барселоны. И 2 очка отправляет в корзину соперника Дарио Брисуэла. И рекорды — это уже как повезет. Наджи сохраняет владение для своей команды. И здесь перехват в центре площадки от Валер Беба. Он же набирает 2 очка. Очень хороший отрезок проводит Ник Валер Беб. Снова за Барсой. 5 секунд на атаку. Лапровитова. 3 секунды. Наджи под кольцо на Адасилову. И тот успевает набрать очки. Оскар Дасилва отправляет команды в раздевалку при счете 43. Не удается Баварии атаковать стабильно с дальней дистанции. Якубайтис, тяжелый средний, но его левая рука в порядке. Барса снова бежит набирать очки. Джабари Паркер против Эдвардса. Явное преимущество в росте, которым Паркер очень здорово пользуется. Джабари Паркер действительно видно, что вжился. Да, здесь вопрос уже исключительно в том, какая будет финальная разница. Потому что 30 очков за четверть отыграть, ну, практически невозможно. Не дают забить Эрнан Гомесу, Сильвейн Франциско. Нет. Этот мяч вылетает из корзины. Ну, таким образом, третья четверть у нас заканчивается. Здесь, кстати, был блокшот. Ну, не просто так нам напоминают о проценте реализации. 10 из 21. Забила Барселона в этом матче практически 50%. Какая защита от Джабари Паркера. Он накрывает эту попытку. И более того, владение переходит хозяевам. Дождал я все-таки в этой игре Карсона Эдвардса как, возможно, одну из главных звезд Баварии. Но вот ничего у него сегодня не получилось. Здесь какой блокшотище прилетает от Эрнан Гомеса. И еще один фол, нарушение правил, которое становится третьим командным для Баварии. Попадает под блокшот Сержи Бака. Вид нападения, который хочет видеть Пабло Ласо. Брисуэла забивает с дальней дистанции. Вот практически все игроки Барселоны уже в этом матче дальними попаданиями отметились. Любят выбирать. Ну и некоторые, кстати, по таким играют. Какой полет! Джеймс Наджи отправляется в космос! И, друзья, у нас неожиданный бросок с дистанции. Наверное, для партнеров и для Бонги, который его опекал. Исаак забивает после нарушения правил. Мяч засчитан. И Бонга получит право на бонусный штрафной. Хиггинса, Курича, Тоби. Появление таких игроков, как Эрнан Гомес, Брисуэла, Джабари Паркер и Джоэль Парра, тоже о многом говорит.
Но эта Барселона оставляет очень приятное впечатление и сегодня одерживает победу со счетом 98-59.